Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ» родителями, инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2022 году проходит в четвертый раз. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Главная задача этой акции – помочь взрослым найти ответы на вопросы, связанные с проведением аттестационной процедуры, и объяснить их своим детям. В этот раз желающих пройти ее было 12 человек. Телефоны, как и положено, оставили за пределами аудитории. С собой лишь паспорт и черная гелевая ручка. На решение теста вместо положенных 3 часов родителям отводится всего 30 минут. Об этом нам рассказала Наталья Агрикова, заместитель директора МБУ СОШ номер 8, член Государственной экзаменационной комиссии. Сегодня в Республике Адыгея проводится акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Данная акция проводится с 2017 года и в ней принимает около 50 тысяч участников по 50 регионам России. Данная акция призвана к тому, чтобы родители познакомились с процессом прохождения ЕГЭ, с условиями проведения, для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы они были ознакомлены с порядком проведения, смогли это донести до своих детей и объяснить им, что это не страшно, что они могут сдать успешно, пройти испытания и получить высшие баллы. Перед началом мероприятия участников ознакомились с правилами проведения единого госэкзамена. Вы сдаете экзамен по математике в форме ЕГЭ. С использованием технологии печати, полных комплектов, экзаменационных материалов в аудиториях ПП. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Вместе с тем, напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудитории ПП ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. В день проведения экзамена ПП запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. С тем, что сдать ЕГЭ лично – полезный опыт, который помогает развеять страх перед экзаменом, согласны все родители. Когда ты лично принял участие в ЕГЭ, тебе становится спокойнее за своего ребенка. И понятно, что каждому, кто учится в школе, по силам сдать единый госэкзамен.